как благодарные потомки наших славных героев-предков, не имеем права допустить забвение и попрание истории. Иначе нам не жить на этой земле. Эта памятная капсула из города Героя Минска вместе с другими сосудами из районов и городов Белоруссии, ныне собраны в крипте храма-памятника, если хотите, наша оборона и наша прививка от забвения и духовной смерти, которая гораздо более страшнее смерти физической. История, которая написана в учебниках, часто суха своими фактами. Через эту акцию историю можно прожить. Эта акция является неопровержимым доказательством героизма нашего народа, трагизма и драматизма судеб, разрушенных войной. Эта земля святая земля, потому что она полита кровью защитников Отечества. Она ляжет в капсулу и затем будет размещена в Всесвятском соборе в Клипте на вечное захоронение. И сегодня вот это событие очень важное, очень тревожное, очень радостное. И радостное потому, что мы помним о защитниках Отечества, а старшее поколение мы хотим, чтобы в сердцах молодого поколения осталась навечно, сохранилась эта память о защитниках родной страны.